графическая семиотика очаговых изменений печени. Все структурные изменения в печени мы можем подразделить на три группы. Диффузные изменения, очаговые изменения и промежуточная группа, которая включает в себя обе, как диффузные изменения, так и очаговые. Диффузно-очаговые изменения. В рамках этих трех крупных групп мы должны дифференцировать все наши находки, которые попадаются при ультразвуковом исследовании. Так, мы сейчас целенаправленно рассматриваем только очаговые изменения и образование печени. Да? Вот сейчас начнем с перечня эхографических разновидностей очаговых образований в печени. Как они выглядят на экране? Они могут быть гиперэхогенными, они могут быть гипоэхогенными. И дальше начинается перечень такого рода изменений, которые указывают определенную, ну, как бы эмоциональную составляющую для того, чтобы лучше запомнить. Это вообще на самом деле очень удобно. Мы часто с вами будем сталкиваться с описательной характеристикой «снежная буря», там какой-нибудь в щитовидной железе пожар, иногда его называют буквально адским пламенем и так далее. Да? Эти образные сравнения, они позволяют нам лучше опознать структурные элементы, чтобы не пропустить их мимо. Следующая, четвертая группа – мишень. Мы понимаем, что бычий глаз и мишень, они друг от друга будут отличаться центральной частью. Для бычьего глаза центральная часть структуры является ан- или гипоэхогенной, а для мишени, наоборот, центральная часть является повышенной эхогенностью или гиперэхогенной. Наконец, смешанные, которые имеют характер различный по строению в разных участках, и изоэхогенные со смещением сосудов. Мы потом про это будем говорить подробнее, но очень важно, что изоэхогенное крайне трудно различить. Изоэхогенное по отношению к чему? Мы с вами на прошлой лекции размышляли на эту тему. По отношению к окружающим тканям. Значит, если оно такой же картины, как окружающие ткани, то как мы увидим, что это образование? Сплошь и рядом это трудно. И тогда мы можем судить об этом по смещению сосудов. Да? Вот это позволяет нам распознать. И изоэхогенное с подкапсульным выбуханием. Иногда это называют симптом горба с локальной деформацией периферического отдела печени. У нас такой пример тоже будет, и он позволит его распознать. Наконец, кистозные эхонегативные. Итак, когда мы поставили датчик, мы задаем себе вопрос, в какую группу из 8 перечисленных типов очаговых изменений мы можем вписать то, что сейчас нашли. То есть нам надо в одну из этих групп вписать. Мы сейчас говорили только об эхографических признаках. Мы не говорили о том, какого по происхождению типа это будет структура. А теперь давайте попытаемся их сопоставить с тем, чему это может соответствовать. Это может соответствовать либо доброкачественным изменениям, либо недоброкачественным, злокачественным. Что будет относиться к доброкачественной патологии? Часто встречаются гемангиомы. Это может быть гемангиома. Следующий довольно частый момент – это очаговый жировой гепатоз. В этой лекции мы практически подробно не касаемся этого, поскольку он более подробно рассматривался среди диффузных изменений. Но два слова сейчас, чтобы не перепутать очаговый жировой гепатоз с какими-то другими образованиями. На самом деле, во-первых, это попадается довольно часто. Как же их не перепутать? Первое. Как правило, очаговая форма жирового гепатоза располагается по периферии желчного пузыря. То есть это 4-5 сегмент. Если вы нашли это где-то совсем в другом месте, например, там в 6-7, это менее характерно.
А вот то, что мы найдем вокруг желчного пузыря в четвертом-пятом сегменте, это гораздо больше шансов за очаговую форму жировой инфильтрации. Второй момент, как правило, для образований характерно все-таки различные варианты округлости формы. Правильно округлая, неправильно округлая, но округлая. А для локальной формы жирового гепатоза очень часто бывает, когда жировой гепатоз резко выраженный, а по периферии желчного пузыря, наоборот, интактная ткань, не подвергнутая жировой трансформации. Да? То есть она гипоэхогенная. Но в таком случае она редко бывает округлой формы. Как правило, у нее относительно острые, неправильные очертания. И это является дополнительным критерием. То есть для очагового жирового гепатоза характерны два признака. Первый – вокруг желчного пузыря. Второе – неокруглые очертания. Как правило, полигональные, не совсем правильные по форме и так далее. Следующая – очаговая узловая гиперплазия. Сейчас не совсем уместно говорить про дифференцировку между терминами очаговое образование и очаговые изменения. Мы будем на эту тему подробно говорить при изучении молочной железы и щитовидной железы. Но тем не менее, я хочу все-таки два слова сказать про второй пункт и третий. Очаговая узловая гиперплазия – это всегда образование. Да? То есть она не просто является локальным изменением. Это образование, которое можно увидеть с разных доступов, да, и в двух взаимно перпендикулярных проекциях. А для очаговых изменений мы не всегда можем увидеть его со всех сторон, то есть взаимно перпендикулярные сечения вовсе не обязательно дают возможности визуализации этого очагового изменения при таких различных доступах. Да? То есть, если просто задавать себе вопрос, в одном случае мы говорим очаговые изменения или пишем в протоколе, а в другом очаговое образование, в чем дифференцировка между ними? Для образования мы его обязательно должны увидеть в двух взаимно перпендикулярных проекциях. Для изменения мы его не обязательно сможем во второй проекции вывести. Да? То есть это то, что позволяет по терминологии разграничить образование от изменений. Наконец, к доброкачественной патологии относятся аденома и кисты. Вот, собственно, перечень того, с чем мы можем столкнуться, когда выявили образование, и оно по совокупности симптомов укладывается в характеристику доброкачественного типа. Наконец, среди злокачественной патологии это прежде всего два типа карцином: гепатоцеллюлярная карцинома и холангиоцеллюлярная карцинома и метастатические опухоли. Вот так получается четыре среди доброкачественной патологии вида образований и плюс пятое очаговые изменения, которые мы будем относить к чему очаговый жировой гепатоз, да? И три среди злокачественных. Вот такой выбор. И по сути своей совокупность всех этих вариантов эхографического изображения в конечном итоге мы должны в эти меньшее количество сгруппировать, чтобы прийти к заключению, учитывая один из этих перечисленных здесь справа вариантов. Теперь поподробнее по доброкачественные очаговые заболевания печени. Гемангиомы делятся на капиллярные и кавернозные. Это классификация именно патоморфологическая, но мы, разумеется, ее должны учитывать, потому что они отличаются в том числе и по эхографической картине. Очаговая узловая гиперплазия, аденома и доброкачественные кистозные изменения печени. Да, мы видим все то же, что в предыдущем слайде, но здесь нет очаговой формы жировой инфильтрации, да? Потому что это именно разновидность такая атипичная диффузных изменений. Да? Каковы этиологические факторы, связанные с доброкачественными очаговыми изменениями печени?
Один из них относится к локальным воспалительным процессам и его последствиям. Другое – это новообразование различного генеза, дегенеративно-диспластические поражения, нарушение кровообращения, как ишемические, так и геморрагические. И что касается общей характеристики, для доброкачественных образований характерно то, что они состоят из дифференцированных клеток. И гистологически можно определить, из какой ткани они растут. Гистологически. Но это невозможно при ультразвуковом методе. Да? То есть мы просто подразумеваем, что потом дальше это может быть выяснено. Следующим фактором является то, что опухоль обычно не оказывает общего системного влияния на организм и не дает метастазов. Если появляется что-то выделенное жирным италиком, курсивом, безусловно, это важно. То, что мы перечисляли перед этим, это носило характер в значительной степени такого для нас общеосведомительного типа. А вот то, что сейчас мы пишем, сосуды в доброкачественных опухолях имеют упорядоченное строение. Упорядоченное строение. Что это такое? Важно представить себе, что если мы имеем какую-то опухоль, то сосуды внутрь в нее врастают, допустим, либо из центра и как-то закономерно ветвятся периферически в радиальном направлении. Это другой тип, который связан с периферическим расположением сосудов. Вот с таким периферическим часто сопряжено именно появление образования небольших размеров, которые постепенно дальше начинают увеличиваться в размерах. А на каком-то этапе может быть смешанные варианты. Да? Увеличивается опухоль в размерах, и ей для кровотока периферического уже недостаточно. То есть она не может с периферии достать до центра. Появляются сосуды дополнительно, растущие из периферии в центр. То, что мы нарисовали в правой части, когда какой-то крупный сосуд дает источник радиально расходящимся в различном направлении, он в той же степени закономерный. И здесь видно хорошо основную идею. Либо периферия, и от нее дальше будет проникать в центр, либо из центра начинает расти к наружу. Вот это упорядоченное строение. И то, и другое порядок. Периферический тип расположения порядок и радиальный тип – это тоже упорядоченный. То есть, когда мы включаем ЦДК, мы ожидаем увидеть, если это доброкачественная опухоль, один из двух вариантов вот такого типа строения. Как будет выглядеть недоброкачественно, мы чуть попозже это характеризуем. Следующий момент. Стенка артериальных сосудов представлена тремя слоями, полностью сформированными гистологическими компонентами для каждого слоя. Мы тоже это выделили таким жирным курсивом, но гистология каким нас образом сейчас интересует? Ведь, как правило, мы начинаем до гистологии поиск ответа на вопросы. Мы просто из этого делаем вывод. Если все три слоя есть, в том числе вот мышечный слой, который самый мощный, то из этого следует вывод, что у образования будет, не у образования, а у сосуда будет выраженный индекс резистентности. Да? То есть он будет иметь характеристику, которая связана с хорошо развитым мышечным слоем по периферии. А это значит, при такой визуальной оценке доплеровского кровотока мы будем приблизительно такую видеть картину, где вот эта максимальная систолическая скорость, да, а вот это конечно-диастолическая скорость. Максимальная систолическая, а это конечно-диастолическая, end-диастолик. И
между ними большой размах. Они очень существенно отличаются, то есть друг от друга. Да? Вот такую выраженную лестницеобразность как раз дают сосуды, у которых хорошо развит мышечный слой. Если сосуд нарастает быстро, у него не ангиогенез имеет место, у него не успевает нарасти вот этот средний мышечный слой, то вот такой разницы между пиковой систолической скоростью или максимальной систолической скоростью и конечной диастолической не будет. Да? Кривая будет похожа на такую малозазубренную пилу, да? А здесь с выраженной разницей этих зубцов. Итак, из того, что мы сейчас перечислили в общей характеристике, для нас особенно важны два последних пункта, поскольку они позволяют нам дифференциально разграничивать эти два варианта строения. Теперь конкретно про гемангиомы поговорим. Значит, они являются наиболее часто встречающейся доброкачественной очаговой патологией печени. А если вообще все очаговые образования печени рассматривать в целом, то они занимают второе место, видите, уступая только метастазам. Для чего нам это нужно? Но мы учитываем статистику. Если мы столкнулись с образованием, мы понимаем, что гемангиома – одна из тех, которая чаще всего может попасться среди доброкачественных. Гемангиомы всегда тесно прилегают к печеночным сосудам. У взрослых гемангиомы обнаруживаются у женщин чаще, чем у мужчин. Прилежание к сосудам не всегда закономерно демонстративное, но если выискивать, мы обычно рядом расположенный какой-то сосуд можем рассмотреть. Гемангиомы могут быть одиночными и множественными. Вот эта информация, почему у нас выделена курсивом жирным. Потому что если вы нашли образование, которое похоже на гемангиому, нужно делать, быть особенно пристальными в поиске следующего. Потому что может быть образование рядом или где-то совсем в другом отделе печени, которое окажется второй или третий тоже гемангиомой аналогичного типа построения. Они располагаются в химы или могут быть на ножке. В большинстве случаев размеры гемангиом остаются неизменными, хотя могут увеличиваться или уменьшаться. Наблюдения за ними в течение нескольких лет показывают один и тот же тип размерной характеристики. Это положительное состояние в данном случае для пациента. При наличии жировой инфильтрации сложнее обнаружить гемангиому при УЗИ. Эхокартина будет меняться от гиперэхогенной до изо- или гипоэхогенной по сравнению с инфильтрированной жировой тканью печени. То есть, если жировая инфильтрация в целом приводит к диффузному повышению эхогенности, то образование повышенной эхогенности просто будет трудно различимо или неразличимо вообще, да? С этой точки зрения. Какой вывод мы должны сделать, если мы смотрим у человека, у которого ярко выраженный жировой гепатоз? Не надо быть стопроцентно уверенными, что мы увидели там образование по типу капиллярных гемангиом. Она может быть незаметна, потому что она просто такой же эхогенности, как и окружающая ткань. Да? То есть повышение эхогенности диффузное, оно всегда затрудняет вероятность определение образований по типу капиллярных гемангиом. И здесь гораздо эффективнее будут другие модальности лучевого исследования, в частности, компьютерной томографии. Значит, мы уже говорили, что они делятся на капиллярные и кавернозные. Капиллярные состоят из множества мелких полостных структур, ветвящихся сосудов капиллярного типа. И вот мы сейчас в качестве примера рассматриваем такую видеопетлю. Посмотрите, рядом с капсулой располагается
вот это образование повышенной эхогенности, округлой формы. При измерении оно оказывается около 12 миллиметров. И, соответственно, нам заметно, что рядом лежат сосуды. Она непосредственно не висит на каком-то из них, но контакт достаточно близкий, тут хорошо заметен. В то же время, когда мы включили ЦДК, внутри мы не увидели какого-то кровотока, да? Это особенность. Сегодня, понятно, если это сосуды капиллярного типа, то там течет кровь, но на аппаратах современного класса мы пока этого зафиксировать, увидеть не можем, да? Может быть, пройдет 7-10 лет, и это будет доступно, но сегодня вот этот кровоток внутри самой гемангиомы, он незаметен, и поэтому доплерографическая информация из самого очага, она является второстепенной. Еще аналогичный пример. Если это образование было в седьмом сегменте, да, это на границе между шестым и седьмым, структура его аналогичная. Вы видите, что рядом тоже располагаются сосуды, и мы можем также его, соответственно, вот, отдифференцировать от окружающей ткани. Форма округлоэллипсоидная, важно очень, да, что эта форма будет правильная. Располагается вблизи ветвей печеночных или воротной вены. Вот в данном случае в обоих примерах мы видим связь именно с ветвями печеночных вен. Их структура равномерно гетерогенная. То есть сами по себе они с однотипной мозаикой. Вот эта мозаика, она равномерная. Но она обусловлена чередованием гипер- и гипоэхогенных очень мелких точек, буквально пиксельного типа, и создает вот эту характерную особенность эхоструктуры. Вот контуры четкие и ровные. Размеры, как правило, до 30-40 миллиметров. Тоже для нас дифференциальный диагностический признак. Гемангиомы редко бывают крупными. Да? Мы про капиллярные сейчас говорим, да, кавернозные бывают крупнее гораздо. То есть это дифференциальный диагностический критерий для нас. Эхогенность повышена, доплеровские методики дополнительной информации не дают. Что это значит? Мы включим доплер и внутри кровотока не увидим. Если не увидим, это дополнительно подтверждает, что это все-таки гемангиома. Да? Вот мы опять включаем здесь, видите, именно на том же самом примере, который вверху, это та же самая, тот же самый пациент. Вот включаем здесь ЦДК, и внутри никакого кровотока нет. Вот эти синенькие такие штучки, это так называемые шумы, да? То есть это не настоящий кровоток, а результат такого, как движение датчика, так и дыхательных экскурсий. То есть сама по себе внутренняя структура гемангиомы обычно является аваскулярной при ЦДК. Всегда в заключении пишем аваскулярной при ЦДК, потому что появляются каждый буквально год новые типы выявления сосудистого русла, которые называются у производителей по-разному и дают более высокую, допустим, чувствительность. Поэтому если мы говорим ЦДК, цветовое доплеровское картирование, оно будет всегда менее чувствительным, например, чем энергетический доплер. Да? И поэтому, если мы указываем, что наше образование аваскулярное, должно быть еще приписано, при каком типе исследования? ЦДК или, допустим, энергетический доплер? Да? Пример круглой связки печени как капиллярная гемангиома. Пациентка пришла и после длительного поиска я не нашел гемангиому никакую, а она мне показала предыдущее исследование, где гемангиома стояла, вот это именно, да, это круглая связка печени, да. Чтобы это не перепутать, есть только один способ, хорошо вот эти анатомические ориентиры научиться глазом различать, где они должны быть, да. Если она точно такая же была бы вот где-то здесь, в шестом, седьмом сегменте, да, мы ее могли бы описывать как структуры, по типу капиллярной гемангиомы, да, но это круглая связка печени однозначно. То есть одна из ловушек, в которую мы часто попадаемся, это именно сходство с чем-то, да, и с этой точки зрения всякого рода вот эти типичные ошибки, когда капиллярную гемангиому описывают
исходя из просто обычной круглой связки, эта ситуация достаточно часто встречающаяся. Теперь кавернозные гемангиомы. Вот мы сразу видим, что структура уже существенно отличается от тех капиллярных, которые рассматривали перед этим. Да? Они имеют в своей структуре наряду с мелкими достаточно крупные полости, вот тут заметно эти такие включения гипоэхогенные, которые при ультразвуковом исследовании определяются как анно- и гипоэхогенные участки. Форма чаще неправильная. Вот вы здесь не можете сказать, то ли она округлая, то ли эллипсоидная, да, какая-то слегка сплющенная. То есть вот она труднее держит форму. Их структура неоднородная за счет анно- или гипоэхогенных включений. Контуры четко не дифференцируются. Не везде мы их можем проследить, вот где они исчезают. Да? Отсутствие четкой дифференциации контуров – дополнительный такой важный признак. Размеры порядка 80-150, 15 сантиметров. Много, согласитесь. Да? И то, что это дифференциальный диагностический признак, более крупные размеры, является таким тоже очень важным постоянным пунктом для сопоставления с другими образованиями. Эхогенность различная, может быть гипергипо- и анэхогенная и смешанная. Да? Вот этот пример, на который мы смотрим, она смешанная преимущественно. Гипоэхогенная, да? Но по сути своей она смешанная. То есть на фоне окружающей ткани печени она гипоэхогенная. Кстати, окружающая ткань печени тоже с признаками жировой инфильтрации, да, поэтому здесь еще более четко выявляется это образование. Нередко дают эффект дистального псевдоусиления. И здесь тоже заметно, да, смотрите, вот закончилась она, вот как луч направляется. Луч шел вот в таком направлении, прошел через нее, и вот этот участок гораздо больше повышенного повышенной эхогенности, да? То есть строго позади нее вот этот эффект дорзального усиления, он обусловлен тем, что там жидкостные полости есть, и они играют роль вот более легкого проникновения через них ультразвукового пучка. Доплеровские методики опять-таки малоинформативны. Что это значит? ЦДК включим, и не будет никакой достоверной информации, как правило, да? То есть они не дадут нам дополнительной информации для дифференцировки. Но включать обязательно нужно, да, потому что оно, заранее не знаешь, что увидишь, да? Поэтому эти признаки буквально для себя шаг за шагом вычленяем. Следующий пункт – очаговая узловая гиперплазия. Нередко, вы знаете, у нас бывают всякого рода, ну, как же, сленговые варианты названий, которые пришли, допустим, с такого неадекватного перевода с, допустим, английского языка, да, и поэтому она нередко обозначается как фокальная нодулярная гиперплазия. Так она по-английски звучит, да, focal nodular hyperplasia. И эти разные названия подразумевают одно и то же абсолютно, да, то есть по-русски лучше говорить, конечно, очаговая узловая гиперплазия, но, видите, это может быть и другие варианты перевода, которые тоже встречаются нередко. Занимает второе место после гемангиом среди доброкачественных опухолей печени. Относительно часто. Да? Очаговая узловая гиперплазия относительно часто встречается. Представляет собой гиперпластический процесс, значит, не неопластический, то есть это не опухоль. Как локализованный ответ гепатоцитов на усиление кровотока в существующей врожденной или приобретенной артериовенозной мальформации. Местные изменения кровотока ведут к появлению участков паренхимы с повышением артериального кровоснабжения или гиперплазии клеток печени. Но тут уместно вспомнить, что на самом деле каждая долька печени представляет собой такой удивительный участок паренхимы, которая обладает так называемой чудесной сетью. В чем там чудо в печени? То, что приходит к этой дольке два сосуда. Один артериальный несет обычную артериальную кровь, а второй сосуд венозный. Это дистальная часть воротной вены. И входя в синусоид, они образуют такой шунт артериовенозный. И если это в норме существует, то есть там кровь артериальная и венозная смешивается.
И поэтому, собственно, периферии дольки всегда находятся в лучшем кровоснабжении, чем центральная часть и средняя между ними. И это обусловлено именно вот таким нормальным состоянием кровотока, чудесной сети. И вполне естественно, если это имеет место, слияние в норме артериальной венозной крови, то любые стимулы могут приводить к какому-то нарушению этого. Да? И вот такие артериовенозные мальформации, когда по-другому как-то начинают эти сосуды разрастаться, трансформироваться, это приводит в каких-то обстоятельствах с более лучшему кровоснабжению участка, и он дает начало росту гепатоцитов. Тогда, собственно, и появляется эта очаговая узловая гиперплазия. Она, к счастью, не имеет злокачественного потенциала, то есть в этом плане доказано и спокойно. Да, если у нас все признаки узловой очаговой гиперплазии, пациентку можно, как правило, успокоить. Да? Обычно выявляется случайно при ультразвуковом КТ или МРТ исследованиях, назначенном по другим причинам. Наиболее часто встречается у женщин молодого и среднего возраста, у женщин в репродуктивном периоде. И оральные контрацептивы и препараты не вызывают очаговой узловой гиперплазии, но могут усиливать ее рост и увеличивают риск осложнений. То есть, что касается дополнительного дифференциально-диагностического признака, мы чаще гораздо с ней сталкиваемся именно у женщин в репродуктивном периоде. Да? Пациенты с очаговой узловой гиперплазией обычно бессимптомны, с нормальными лабораторными функциональными тестами печени. Тоже важный дифференциально-диагностический признак. Да? Нашли какое-то образование, оно сначала всех пугает, потом сделали все анализы, все спокойно, да? Симптомы могут возникать при кровоизлияниях или инфарктах, которые могут усугубляться контрацептивными препаратами. Кровоизлияния и инфаркты зависят тоже от размеров. Чем крупнее, тем больше шансов для всякого рода травматизации и нарушений кровоснабжения, в том числе и ишемических. В отличие от аденом, очаговая узловая гиперплазия редко осложняется спонтанным разрывом, что также может быть связано с использованием контрацептивов. То есть здесь опасность травматизации ниже, чем при аденоме. Очаговая узловая гиперплазия обычно не имеет клинического значения, но распознавание радиологических признаков, характерных для очаговой узловой гиперплазии, является важным для предупреждения ненужного хирургического вмешательства и биопсии. То есть в конечном итоге мы по совокупности этих признаков можем быть достаточно уверенными в выявленном образовании. Знаете, постепенно, за последние 10 лет чуть больше, меняется мышление радиологов. И на себя гораздо больше берут возможностей вот таких диагностических, чем лет тому 20 назад. Да? И если есть большая совокупность симптомов, которые позволяют отдифференцировать какое-то образование, да, это ответственность, если он наберет на себя, да, что здесь не требуется вмешательство, в том числе биопсийного, потому что нередко еще онкологи мыслят теми же категориями, которые были заложены 20 лет назад и более, но доказательств ультразвуковых, компьютерно-томографических МРТ становится все больше, больше и больше. Сейчас мы тоже посмотрим эти примеры, которые позволяют нам не ошибиться в данном случае. Вот это макропрепарат. Видите, вот так обозначается на английском языке. Это аббревиатура Focal Nodular Hyperplasia. Макроскопически она представляет собой образование желто-коричневого цвета, но цвет для нас второстепенный в данном случае. Но как оно описывается и выглядит? С четкими краями, но без капсулы. В центре образования рубец с радиально отходящими от него фиброзными перегородками, которые делят образование на дольки, содержащие гиперпластические узлы различного размера.
Центральный рубец содержит обычно крупный сосуд или даже несколько сосудов, от которого по перегородкам расходятся радиальные сосудистые ветви к периферии. Типичная очагово-узловая гиперплазия имеет крупную центральную артерию с радиально расходящимися сосудами и центрифугальным кровотоком. Напомним, что термин центрифугальный обозначает от образования на периферию, да, от печени, за пределы печени. И артериальное кровоснабжение очагово-узловой гиперплазии получает от печеночной артерии, а венозный дренаж происходит по печеночным венам. Очаговая узловая гиперплазия не получает кровоснабжения от воротной вены. Очень важно. Понимаете, нормальная долька всегда содержит в себе сосуд, являющийся окончанием воротной вены, и оттуда приходит 80% крови по воротной вене и ее конечным ветвям, да? И только 20% по веточкам артериальным. А здесь как раз полностью отсутствует вот этот венозный компонент, и поэтому богатство артериальной крови здесь и являются стимулом для такой гиперпластической формы развития гепатоцитов, которая приводит к очагово-узловой гиперплазии. Каковы же ультразвуковые признаки? Образование обычно является одиночным, является однородным, гомогенным. В большинстве случаев размеры меньше 5 сантиметров в диаметре. Часто располагается по периферии, близко к капсуле печени, поэтому часто можно увидеть выбухание контуров печени. Вот здесь смотрите, какая интересная картинка. Вот если даже на этой схеме не обвести красным таким кружочком, она не бросается в глаза, да? Это место надо выискивать. Поэтому каждый раз, когда мы с вами смотрим любой орган, но особенно печень, нам всю капсулу надо прослеживать. Потому что один из признаков непосредственно выявления образования, так называемый масс-эффект, образование, но эффект образования. И он связан со смещением чего-то куда-то. Да? Вот здесь капсула сместилась в сторону, и мы не видим образования, мы видим смещенную капсулу, деформированную капсулу. И вот вам реальное изображение у такого примера. Да? Я конкретно здесь пометил вот такими двумя курсорами, да, соединяя. И совершенно вот в этом месте образование незаметно, согласитесь, да? Если бы не было вот такой деформации капсулы, мы бы его просто пропустили. Оно реально не видно, да? То есть мы образование находим по смещению капсулы. Вот это и называется масс-эффект, эффект образования. И поэтому часто можно увидеть именно выбухание контуров печени. И теперь конкретный видеопример. Та же самая пациентка, это женщина около 38 лет. И мы видим, что используем сейчас сканирование в поперечном сечении, в эпигастральной области. Вот в те моменты, когда уходит в ходе сканирования немножко в сторону образования, но вообще никак не различается. Да? Вот даже при таком полипозиционном сканировании мы ничего не замечаем, кроме деформированной капсулы. Да? Это очень важный эффект. Образование может быть различной эхогенности, но чаще всего изоэхогенно или слегка пониженной эхогенности по отношению к нормальной паренхиме печени. Поэтому часто образование может быть определено благодаря наличию масс-эффекта, то есть симптому образования. Низкая чувствительность сонографии выявления очаговой узловой гиперплазии обусловлена в основном изоэхогенностью образования. Иными словами, мы его просто не можем увидеть. И поэтому единственный критерий, когда либо смещение сосудов имеет место, либо признаки, сопряженные со смещением капсулы, да, становится очень наглядным, как внимательно надо капсулу везде рассматривать, да, потому что это один из примеров такого поиска. Центральный рубец с отходящими от него фиброзными перегородками является характерным признаком фокальной узловой гиперплазии.
Он представлен звездчатой или линейной структурой повышенной эхогенности, но иногда может быть гипоэхогенным в центре образования и гиперваскулярен. Центральный рубец может быть разного размера, от большого до очень мелкого. Иными словами, мы центральный рубец можем не заметить, но сосуд, расположенный внутри него, вот это самая глядная, наглядная отличительная черта. Центральный гиперваскулярный очаг может быть виден при цветовом доплеровском исследовании, даже когда рубец не визуализируется. Самого рубца невидимо. Вспомните картинку патоморфологическую органа препарат, который мы рассматривали несколько слайдов назад, да? Но всегда будет кровоток. Цветной доплер может визуализировать в центре образования выделяющийся сосуд, питающий артерию, с отходящим радиально к периферии множественными сосудами, имеющими вид колеса со спицами или баскетбольной корзины. И вот такой очень наглядный пример, да? Реально колесо со спицами и другой пример баскетбольной корзины, да? И то, и другое явным доказательством того, что мы с вами рассматриваем именно образование по типу очаговой узловой гиперплазии. Хорошо отграниченное образование, вот теперь на этом примере, пониженной эхогенности с типичной радиальной васкуляризацией при доплеровском исследовании. До тех пор, пока не включили энергетический доплер, вот так он обозначается, ЭД. Видите, при энергетическом доплере все красится в один цвет, в отличие от ЦДК. И до этого момента нельзя было сказать определенно, да? После того, как включили, это буквально как верификация, как доказательство, да, что эта картина характерная для очаговой узловой гиперплазии. Радиальный тип кровотока является высокоспецифическим признаком очаговой узловой гиперплазии. Радиальный тип кровотока присущ только для очаговой узловой гиперплазии, и в других доброкачественных и злокачественных опухолях такого типа кровотока нет. Следующий аденома печени относится к редким доброкачественным опухолям печени, преимущественно встречается у молодых женщин, что, вероятно, связано с уровнем половых гормонов и приемом контрацептивов. Сравниваем эти два примера, аденома и очаговая узловая гиперплазия, достаточно много похожих признаков содержат, но некоторые различают их достаточно четко. Первое, что мы должны помнить, аденомы встречаются намного реже. Очаговая узловая гиперплазия часто, да? Значит, в остальном также репродуктивный период нередко связан с применением контрацептивов. В связи со значительной вариабельностью ультразвуковой картины аденомы печени сложно дифференцировать от других очаговых поражений печени. При локализациях вблизи капсулы печени могут выявляться признаки деформации поверхности. При крупных размерах опухоли возможно нарушение формы, контуров, увеличение размеров печени, изменение сосудистого рисунка. Случаи малигнизации аденомы редки. Практически здесь мы прочитали все то же, что было характерно для очаговой узловой гиперплазии, с одним важным отличительным фактором, что она гораздо реже. Да? В тех случаях, когда по данным ультразвукового исследования однозначно высказаться о характере патологических изменений не представляется возможным, рекомендуется проведение пункционной биопсии под контролем ультразвукового исследования или селективная ангиография. И вот пример, про который я вам рассказывал, что эта пациентка наблюдается с одной и той же размерной характеристикой этого образования на протяжении, если не ошибаюсь, 3,5 лет. По КТ ей поставили аденому. Форма зависит от размеров, чаще округлая или неправильная. Округлая здесь есть, но видите, дальше какой-то хвостик туда пошел, да? То есть она теряет свою округлость. Локализация любые отделы печени, контуры четкие, иногда неровные. Эхогенность гипер, гипо- или изоэхогенная, или смешанная.
капсула имеется, но не всегда определяется. При больших размерах наблюдается деформация сосудов и протоков. Но то, что она здесь деформирует, ну, тоже заметно, да? Мы же с вами находимся сейчас практически в левой доле печени, да? Вы узнаете желчный пузырь, соответственно, мы находимся на границе четвертого, третьего сегментов, и, соответственно, вот как раз этот участок является примером деформации. Кровоток при ЦДК выявляется непостоянно. А вот в нашем случае, видите, он, если внимательно присматриваться, начинает иметь характер, связанный с спицами в колесе. Да? Не столь демонстративно ярко выражено, но тем не менее это заметно. Да? Еще раз повторю, что у этой пациентки не было пункционной биопсии, что ей однозначно поставили по КТ именно аденому. Но по ультразвуковым признакам здесь сомнение в том, что это может быть очаговой узловой гиперплазии, совершенно явное. Теперь доброкачественное кистозное образование печени. Они делятся на следующие подгруппы. Врожденные кисты, приобретенные кисты. Приобретенные, в свою очередь, подразделяются на посттравматические или ложные. То есть ложные – это всегда приобретенные кисты. И паразитарные. Эту же подгруппу включена и такая подгруппа абсцессов печени. Очень важно нам держать в памяти эту классификацию, что, соответственно, все приобретенные кисты включают в себя эту подгруппу ложных, даже относятся паразитарные абсцессы. Посттравматические кисты. Чаще всего все начинается с гематом. Нередко образуются так называемые серомы, которые содержат жидкость серозного типа, и в которых жидкость является желчью, тогда они называются беломы. Ясно, что до анализа этой жидкости нельзя поставить окончательный диагноз. Это серома или белома или гематома. Да? С нарушением сосудов печени отмечается значительная кровопотеря. Внутрипеченочные повреждения располагаются преимущественно в правой доле печени. Чаще всего гематомы развиваются по асептическому пути, проходя все стадии эволюции. Причем правая доля печени, как правило, ясна. Да, она более доступна именно контакту с передней грудной стенкой и более всего поддерживает, но подвержена вот этим травматическим воздействиям, поэтому нередко чаще именно там и образуются эти гематомы. Интересно, что эти гематомы везде, они любой локализации имеют однотипный характер строения, да? Они могут иметь этап свежего кровоизлияния, это около суток, сформированного сгустка 5-7 сутки, сытно-тканной организацией к 10 дням, 2 неделям. И теперь вот пример такой формирующейся посттравматической кисты. И второй пример, в отличие от первой, является не округлой формы, а именно, видите, с подкапсульным расположением такого удлиненного участка, где структура нормальной печени существенно нарушена и скапливается гипоэхогенные, имеет место гипоэхогенные изменения. Посттравматические кисты. Какие ультразвуковые признаки? Чаще всего локализованы в шестом и седьмом сегментах правой доли печени, потому что ближе всего к поверхности. Вплотную к капсуле в
паренхиме определяется участок агенности с нечеткими контурами. Формируется эхонегативная полость со сгустками и нитями фибрина в виде гиперэхогенных включений. При организации гематомы ее размеры уменьшаются, внутренняя структура приобретает вид солидного образования с кальцификацией. Если преобладает лизис, то гематома преобразуется в серому. При ЦДК наблюдается отсутствие нормального сосудистого рисунка и нарушение кровоснабжения. При ЦДК, да, здесь надо исправить это опечатка. То есть, если обычный тип кровоснабжения прерывается в таком месте, да, это дополнительный тоже маркер того, что этот участок можно расценивать как связанные с гематомой. Вокруг печени, под правой долей, возможно появление реактивного выпада в небольшом количестве свободной жидкости. Паразитарные кисты. Наиболее частой причиной является Echinococcus granulosus, который, значит, связан с регионами развитого овцеводства. Эмбрион внедряется через слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и по системе воротной вены достигает печени, где задерживается, хотя могут поражаться потом также легкие. Так называемая гидатидная киста состоит из двух слоев – наружной хитиновой оболочки и внутренней зародышевой. Определяется киста, от ткани печени отделяется фиброзная капсула. Мы увидели кисту. Там не подписано, что она паразитарная. Нас спрашивают, а не паразитарная ли эта киста, а не эхинококк ли это. На что мы должны ориентироваться? Что она бывает нескольких типов. Тип 1А – однокамерная киста, как простая. Иными словами, паразитарная киста может быть абсолютно похожей на обычную простую кисту, ничем от нее не отличаться. Тип 1Б – однокамерная киста, имеющая внутреннее содержимое по типу перегородок, когда их относительно немного. Тип 2 – крупная однокамерная киста с множественными внутренними перегородками. И, наконец, тип 3 – объемное образование с полностью или частично кальцифицированной капсулой. И вот пример такой. Тип 2 – киста, крупная, однокамерная, с множественными внутренними перегородками. Иными словами, тип 2 и 3 мы легко определим, отдифференцируем от других. А тип 1 всегда может оказаться... То есть это, поскольку процесс развивающийся, мы можем эхинококковую кисту не отличить от простой белома или серома. Злокачественные очаговые образования печени. Мы помним, что сюда прежде всего относятся ГЦР, гепатоцеллюлярный рак печени и холангиоцеллюлярный рак. Гепатоцеллюлярный рак развивается из гепатоцитов. Он имеет узловую форму и тогда представлен либо единичным объемным образованием или гиперэхогенной структуры с гипоэхогенным ободком, такое бывает в 67% случаев, либо многоузловым образованием, 23% чаще гиперэхогенное или смешанное. Узлы располагаются компактно. Тоже вспомним лекцию по диффузным изменениям. Говорили там, что на фоне цирроза, на фоне гепатита гепатоцеллюлярный рак развивается несоизмеримо чаще. Да? Поэтому это надо всегда держать в памяти. Наконец, может иметь место диффузная форма, когда узлы множественно рассеяны по всему объему печени. Как правило, в таком случае они являются гиперэхогенными образованиями. Наконец, крупноочаговая диффузно-неоднородная структура печени. Вот это последнее
крупноочаговая диффузная неоднородная, она с трудом отличается от некоторых форм циррозов. Да? То есть она достаточно визуально на них похожа. Во всех случаях имеют место неровные контуры образования. Они могут быть во многих случаях четкими, видите, в 3/4 случаев, и нечеткими в 26%. Значит, относительно вот этого многообразства, многообразия структуры, что бросается в глаза, что чаще всего они круглые. Видите, здесь от 50 до 120 миллиметров, неправильно округлой формы. Чаще всего повышенные эхогенности нередко распадаются на как бы дочерние фрагменты. Вот здесь пример образования, которое имеет 55 миллиметров в диаметре, неправильно округлой формы, преимущественно пониженной эхогенности, исходит из второго сегмента левой доли. Здесь мы должны всегда использовать дифференциальный диагноз. Мы должны отчленить аденому. Это была женщина 56 лет. Отчленить узловую очаговую гиперплазию. Здесь при ЦДК кровоток носил дезорганизованный характер. И в таком случае уже высказываться в пользу гепатоцеллюлярного рака. При злокачественных опухолях железистого происхождения, в частности, гепатоцеллюлярном раке, наблюдается выраженная гиперваскуляризация очага с большим количеством хаотично расположенных измененных сосудов с множеством артериовенозных шунтов. Что для нас это значит? Вот эти выделенные жирным курсивом слова. Хаотичность рисунка, она подразумевает какой-то один из вариантов, не похожих на то, что сейчас у нас на доске. Я здесь рисую новое образование. Оно у меня просто не помещается так, чтобы более округлую форму там разместить, ведь они крупные. Если мы попытаемся домыслить хаос, который нарисовали, он не сможет выстроиться ни в картину вот такого цветочка, расходящегося из центра на периферии. Ни в картину просто периферического разрастания. Да? Вот когда невозможно в один из двух вариантов центрального роста или периферического вписать, мы говорим о хаотичном расположении сосудов. И второе там особенностью является как бы обрубленность. Они вот идут, посмотрите, достаточно толстый сосуд, к примеру, и непонятно, откуда он начинается и куда дальше идет, да, он словно бы здесь обрывается, да, короткого типа, но достаточно широкий по диаметру. Артериовенозные шунты при ЦДК дают тоже картину цветовой смешанности рисунка, которая дополнительным таким характерным является визуальным моментом. Да? При ЦДК определить кровоток в узлах гепатоцеллюлярного рака возможно в 50-98% случаях, особенно при размере образования более 3 см.
Максимальная систолическая скорость кровотока в гепатомах достоверно выше, чем в холангиокарциномах и метастазах, или варьирует от 40 до 85 сантиметров, что связано с наличием множественных шунтов. Шунт обозначает соустье между артерией и веной не на уровне капилляра, очень мелкого сосуда, а на уровне крупных сосудов, да? То есть вена проходит рядом, и между артерией и веной образуется эффект слияния, в результате чего кровь движется хаотично. При гепатоцеллюлярном раке выявляется экстравазальная компрессия печеночных вен. Это имеет место в 27% случаев нижней полой вены, в 13%, воротная вена ее притока в 13% случаях, печеночной артерии в 8%. Возможно регистрировать тромбоз воротной вены и нижней полой вены опухолевыми массами. Что здесь для нас особенно важно? Экстравазальная компрессия будет заметна. Вот вспомните, как рисунок мы с вами на прошлой лекции рассматривали характерный рисунок печеночных вен, самой нижней полой, и она где-то будет нарушаться, да? То есть сдавливаться или вообще забиваться опухолевыми массами. Это один из таких ярких дифференциально-диагностических критериев, которые прямо надо целенаправленно выискивать. И вот несколько таких пример васкуляризации при гепатоцеллюлярном раке. Но на той картинке, которую я рисовал, сейчас она более похожа на самую первую слева, но тогда можно было бы еще несколько ее добавить вот такими всякими структурами синего цвета. Что здесь не так по сравнению с нормой? Это как раз характерно для всякого рода артериовенозных шунтов, да? Крупный сосуд артериальный с венозным будет как-то соустьем соединяться, и тем самым такая, видите, рябая картина появляется. Да? И в том, и в другом, и в третьем примере это не похоже на центральный рубец с расходящимися радиально колесами со спицами. Они выглядят совершенно отлично. И видите, каждый из них достаточно крупный сосуд, казалось бы, но он постепенно должен менять свой диаметр. Нет, он идет на всем протяжении однотипно. Самое главное таких примеров – это набить глаз на какой-то визуальной особенности. Кстати, обращаю внимание, тут я во многих случаях прямо подписываю автор. Вот эта книжка, она, в принципе, доступна в интернете. Она хотя, но такая полностью англоязычная. Но картинки там просто замечательные для того, чтобы вот глаз мог привыкнуть к различению этого даже на статических изображениях. Мультифокальный гепатоцеллюлярный рак представляет собой множественное образование в правой доле, как правило, на фоне циротически измененной паренхимы. Опухолевые массы обтурируют нижнюю полую вену. Гепатоцеллюлярный рак, развивающийся на фоне циротических изменений, в большинстве случаев бывает первичным мультифокальным. То есть, если гепатоцеллюлярный рак развивается на фоне цирроза, чаще всего мы сразу эти множество очагов в разных участках встречаем. Следующая разновидность – холангиоцеллюлярный рак печени. ХЦР развивается из эпителия желчных протоков. Единичное и множественное образование с неправильно округлой формой, нечеткими неровными контурами. Эхогенность образования чаще повышена или бывает смешана. Их структура неоднородная. Рана клинически проявляется желтухой при размере опухоли от 1,5 сантиметра. Уже в этом первом пункте, который мы сейчас отметили, бросается в глаза разница в размерах образования. Гепатоцеллюлярный рак, но очень часто мы сталкиваемся с тем, что приходит к вам человек внешне абсолютно здоровый,
ни на что не жалуются. Ну, правда, не часто ходит на УЗИ, но вдруг вы ставите датчик и видите, что вся печень в этих объемных образованиях, которые явно первичную форму имеют, и некоторые из них достигают 7-10 сантиметров, другие 3-5, и вся печень поражена. Это бывает относительно часто. И для ГЦР, это я привел в пример гепатоцеллюлярный рак, да, размеры этих образований сразу крупные, 5-7 сантиметров. Он не замечает, как это растет. Это не приводит никаким клиническим проявлениям поначалу, и поэтому остается за кадром, человек приходит, для него самого шок, что там живого места, что называется, уже нет, да, а никакой симптоматики не было. Для холангиоцеллюлярного рака ситуация другая. Сразу с небольших размеров появляется желтуха, потому что он растет из эпителия протоков. Он обтурирует протоки, и поэтому это приводит к механической желтухе. И нередко образование, которое надо выискивать, это образование меньше сантиметра в диаметре. Да? То есть они совсем маленькие, их просто надо целенаправленно искать. И нередко мы ищем, когда сталкиваемся, скажем, с эктазией протоков, прежде всего, где там конкремент, а эти маленькие холангиоцеллюлярные раки, они не так бросаются в глаза, их просто надо при последующих картинках будем целенаправленно выискивать. И в дифференциальной диагностике важно наличие объемного образования, вызывающего расширение желчных протоков. То есть мы идем, конечно, от противного. Мы сначала увидели расширение желчных протоков, а потом находим это образование. Но еще раз повторюсь, банальная логика всегда требует поиска гиперэхогенного конкремента, но надо помнить, что холангиоцеллюлярный рак представляет собой, как правило, очень мелкие опухоли, которые, может быть, этой причиной. То есть просто на это надо себя дополнительно настраивать. Три ультразвуковых варианта. Узловая форма, внутрипротоковая и инфильтративная форма. При узловой форме очаговое образование гипо или смешанной эхогенности с дилатацией желчевыводящих протоков в зоне опухоли и распространение ее на окружающие ткани. При внутрипротоковом росте выявляется расширение с утолщенной стелкой протока в левой или правой доле печени, внутри которого можем найти опухолевые массы, эксцентрично распространяемые на прилежащую печеночную ткань. Третий вариант отличается распространением холангиокарциномы вдоль протока и его инфильтрацией, утолщением и гиперэхогенностью его стенок. Все три варианта опухоли имеют тенденцию к распространению на прилежащую ткань печени, перекрывает просвет протока, вызывает желчную гипертензию в вышележащих отделах. Холангиоцеллюлярный рак при отсутствии сосудов внутри, вокруг опухоли, обнаруживает несколько радиально расходящихся артерий, в некоторых случаях демонстрирующих признаки сдавления. Видите, три варианта, первые три фразы на этом слайде, как раз должны быть источником нашего поиска каждый раз, когда мы сталкиваемся с расширением внутрипеченочных протоков. Значит, еще раз повторюсь, что в мелких протоках прямо надо целенаправленно в таком случае искать какие-то гипоэхогенные массы, то есть работать методом исключения. Мы должны для себя поставить галочку, что мы проверили и не нашли там гипоэхогенных масс, которые могли бы обтурировать проток. Да? Потому что вопрос, откуда расширение протока, всегда является поиском, поводом для очень целенаправленного поиска. Да?
вот сначала мы видим то, что бросается в глаза, какие-то трубчатого типа анахогенные структуры, которые идут радиально к одной точке. Они явно не сосудистые, у них толстая стенка. И характер, но сосудов-то мы знаем, да? Три типа сосудов. У артерии один тип, тонкий диаметр, хорошая мощная стенка. У воротной вены совсем другой тип. У печеночных вен третий. И расположение мы не знаем, да? Это не совпадает ни с одним расположением. Это расширение протоков печеночных. И посмотрите, образование 6 на 7 миллиметров небольшое, практически с трудом различимое от окружающей паренхимы. Оно ему изоэхогенно. Именно образование вызывает эктазию желчных протоков, которые мы видим. Мало того, вот по этой стенке тоже различимо распространение опухолевой массы. Другой пример. Стенка общего желчного протока утолщена. Просвет в дистальной части заполнен опухолью. Вот это сам желчный проток. А вот это вот так распространяется опухоль внутри протока. Это тоже фрагмент опухоли, да? Но вот, вот в этом месте она полностью все обтурировала, да? Опять не бросается в глаза. Опять это надо выискивать, да? То есть вообще принцип поиска ультразвукового мы сегодня начинали с того, что это всегда дифференциальная диагностика, да? Но второй момент, что мы очень часто работаем методом исключения. Себе галочку ставим где-то в уме. Это посмотрели, проверили, да? Увидели расширенные сосуды, расширенные протоки. Ищем тщательно внутри протока просвет. И такая ситуация может быть одной из причин. Довольно редко встречаемся вот с подобным описанием. Видите, конкретно на этом сайте приводили пример холангия целлюлярного рака крупных размеров. Да? Здесь в голову не придет, да, что это холангия целлюлярный рак по одной единственной картинке. Но обратите внимание, он не похож на картину гепатомы. Гепатома и гепатоцеллюлярный рак – это синонимы, да? То есть у него явно неоднородная структура и словно бы отдельных мелких таких пикселей состоящих. Да? А у гепатоцеллюлярного рака они крупными зонами друг в друга переходят. Одним словом, наша с вами ответственность сначала искать мелкие образования, да? Крупные сами попадутся. А вот что касается холангия целлюлярного рака, то есть мы его должны просто целенаправленно выискивать. Да? Ну и, наконец, третья группа злокачественных вариантов опухолевого поражения – это метастатическое поражение. Метастатическое поражение стоит на первом месте среди очаговых изменений печени. Отличается значительной вариабельностью графической картины и значительно нарушает архитектонику печени. Единичные метастазы обычно приводят к локальному изменению печени, тогда как множественные узлы коренным образом могут изменить все изображение печени, обусловливая ее неоднородность по типу симптомов сита и снежной бури. Словно бы дырявая вся печень от таких множественных метастазов. Сосудистый рисунок при единичных метастазах нарушается в связи со сдавлением и дислокацией отдельных ветвей печеночных сосудов. При массивном поражении происходит выраженное нарушение сосудистого рисунка не только с деформацией сосудистых слоев, стволов, но и с
общим обеднением сосудистого рисунка печени. При локализации метастазов в области ворот или при массивном поражении возможно достаточно быстрое развитие портальной, реже билиарной гипертензии со стандартными эхографическими признаками. С течением времени при динамическом наблюдении, особенно у больных, не получавших лечения, наблюдается прогрессивное ухудшение состояния печени. Несколько примеров. Вот это эхографический симптом СИТА. Множественное образование пониженной эхогенности, что называется, живого места нет практически. Да? Множественное образование пониженной эхогенности. Раз, два, три, четыре. Практически такая же картина, да? СИТА, но не столь частая, да? Но их тоже насчитать тут можно больше десятков на одном этом срезе. И тут имеет место вторичный холецистит. Вот когда, знаете, за уши притягивают диагноз холецистита по эхографическим изображениям, вот надо на такой смотреть. Вот это холецистит. Да? Ясно, что он вторичный. Здесь много включений гиперэхогенных, замазкообразная желчь. Здесь толстые стенки желчного пузыря. Но в данном случае это просто как на одном изображении попалось. Да? Я это привел в качестве основного примера вот как раз такого эффекта СИТА, когда много таких метастатических структур, прилежащих на относительно небольшом участке друг к другу. Как расклассифицировать метастатические образования печени? Зачем нам их классифицировать? Чтобы найти. Да? Мы их не найдем, если не будем знать, что искать. Да? И нарисуем контуры печени. Вы помните, что это такое? Вырезка для круглой связки, да? Чтобы мы их опознавали. И вот тогда это первый тип метастатического образования. Второй тип будет выглядеть по-другому. Первый тип, как бы мы его описали? Что это кистозный, да? Без внутренних отражений с эффектом дорзального усиления. Кистозный тип. Опять-таки, при таком кистозном типе, если это один, мы должны дифференцировать с простой врожденной кистой, да? Мы должны дифференцировать это с эхинококком первого А-типа, при котором никаких тоже отличий не будет. То есть это в дифференциальном диагностическом ряду у нас должно присутствовать для сравнения. Следующий, второй тип. Это образование пониженной эхогенности. Я специально вот эту картинку создавал для того, чтобы глаз просто привыкал искать какого типа взаимоотношения цветности, да, параметров структуры, которую мы анализируем. Значит, здесь нет этого жидкостного черного цвета, здесь нет эффекта дорзального усиления, но это более низкой эхогенности, чем окружающая ткань печени. В принципе, так может выглядеть аденома. В принципе, так может выглядеть узловая гиперплазия. Но там мы включим ЦДК, и для нас должен быть дифференциальный диагностический признак отличия. Третий тип. Его можно подразделить на разновидности. 3А. Образование равномерно повышенной эхогенности. Тут было анэхогенное, тут гипо, а здесь повышенной эхогенности, но однотипно, полностью, однородно, равномерно повышенной эхогенности. А вот теперь 3b, тип мишени. Почему мы его тоже как 3 обозначили? Потому что у него повышенная эхогенность есть уже, да? Она в центре,
а по периферии будет гипоэхогенный участок. И, наконец, тип 3В – это бычий глаз. Да? Здесь зрачок у него темный, гипоэхогенный, а периферия, как и у человека, склера, роговица, склера, ну, белого цвета, да? Роговица прозрачная, склера белая. Наконец, 4 и 5, которые прямо сейчас не изображены, это изоэхогенное образование. И 5 смешанной эхогенности, сложный, неопределенный тип, который может в себе все, что угодно содержать одновременно, его нет смысла тут изображать, да? То есть 5-й тип, он настолько разнообразный, что его нет смысла показывать в качестве какого-то примера модельного. Итак, образование первого типа. Кистозное образование без внутренних отражений с эффектом дорзального усиления. Не встречаются редко, могут давать затруднения при проведении дифференциального диагноза. Мы уже упомянули с эхинококозом, тоже первого А-типа, и с простой кистой. Какие отличия от кист? Неровный и нечеткий контур. Важный момент, да? Отсутствие капсулы. Неоднородная внутренняя структура. Там всякая взвесь может быть. Увеличение в размерах и увеличение их числа при динамическом наблюдении в короткие промежутки времени. Дифдиагноз с простыми кистами нужно осуществлять с некротизированными первичными опухолями печени, с абсцессами, гематомами, беломами, кавернозными гемангиомами и эхинококозом. То есть для себя, когда мы столкнулись с подобной ситуацией, просто по пунктам надо перечислять, что у нас за абсцесс, что за гематому, кавернозную гемангиому. Если мы ничего не находим, методом исключения ставим в качестве такого предположительного диагноза образование метастатического типа. Тип 2. Образование пониженной эхогенности. Гипоэхогенные метастазы имеют место, имеют характерную эхографическую картину в виде объемных образований пониженной эхогенности с достаточно однородной внутренней структурой и четким отграничением от паренхимы печени, обычно без периферического ободка. Существенных трудностей при выявлении узлов не возникает, за исключением небольших в размерах узлов, которые меньше 1 см. Дифференциальная диагностика проводится с узловой гиперплазией, диффузным поражением печени, гепатоцеллюлярным раком. Сразу про гепатоцеллюлярный рак. Мы уже упоминали чуть раньше, что он почти всегда попадается нам крупным. Да? То есть здесь один из таких отличительных признаков по размерам. 3-й А-тип. Образование повышенной эхогенности. Гиперэхогенные метастазы представляют собой солидные объемные образования повышенной эхогенности с четкой границей и, как правило, неровными контурами. Структура узлов этого типа может производить впечатление однородной, но чаще всего бывает неоднородной. Дифференциальная диагностика производится с гемангиомами, локальным очаговым вариантом жировой инфильтрации, очаговой узловой гиперплазии, очаговым фиброзом, гепатоцеллюлярным раком и холангиоцеллюлярным раком печени. Никакого другого способа нет, как просто по каждому пункту себе задавать, что за, что против. Три В.
мишени бычий глаз. В зависимости от преобладающего вида эхогенности, данный тип метастазов может более или менее отчетливо дифференцироваться на фоне паренхимы. Сложности возникают при наличии диффузных изменений печени. Дифференциальный диагноз необходим с циррозом, фиброзом печени, хроническим гепатитом, жировой инфильтрацией, с доброкачественными очаговыми поражениями, кавернозными гемангиомами, очаговой узловой гиперплазией, аденомами, организовавшейся гематомой. Первичные злокачественные поражения – гепатома, холангиокарцинома. Могут также выглядеть специфические поражения печени по типу туберкулемы и саркоидоза. Вспомнил одного пациента, у которого был как раз саркоидоз, и выглядел он очень похожим визуальным типом. Несколько примеров. Метастаз по типу мишень. Достаточно заметно, да? И там, видите, что-то блестит. Хочется сказать, что это кальцинат, но это не кальцинат. Хочется, чтобы мы различали, как дифференцировать кальцинат от каких-то других причин для такого блеска. Если вы присмотритесь, там мелкая кистозная структура. И после нее эффект дорзального усиления. Такое место, такое имеет часто место, допустим, в почках, когда необоснованно ставят конкременты, а на самом деле это очень мелкие расширения кистозного типа, после которых вот так же эффекты дорзального усиления на небольшом промежуточке. Но глаз именно мишенистость выхватывает, да, мы его отдифференцируем. И хороший тоже здесь для нас дифференциально-диагностический момент, что это структурность по типу мишени, она именно характерна для метастазов. Да? Это метастатический тип строения в первую очередь. А вот здесь метастатически измененные лимфатические узлы в воротах. Но мы видим сами метастазы. Вот метастаз, а вот это лимфатические узлы в воротах. Это нет, это пилорус, вот это привратник, да? А вот это лимфатические узлы в воротах. Вот этих не должно быть. Это в районе малого сальника, в области желудочно-печеночной связки. Вот мы видим как минимум три узла, может быть, вот этот четвертый, да? Вот они округлой формы и располагаются именно здесь. То есть дополнительное для нас как бы подтверждение того, что это процесс, связанный со злокачественным типом роста. Тип 4 – изоэхогенное образование. Изоэхогенные метастазы разделяются на два подтипа. С субкапсульным расположением и выбуханием капсулы 4А. И со смещением сосудов 4Б. Вот до тех пор я, смотрите, пока этот кружочек 4B не нарисовал, мы не видим образования. Это принципиально важно, да? То есть понятно сейчас, когда подписано 4B, его легко найти. А пока его не было, его не найдешь. Но такой ход у печеночных вен, мы уже с вами смотрели, не бывает.
печёночные вены должны идти прямо. И вот это выбухание приводит к тому, что мы должны здесь искать вот этот так называемый масс-эффект. Эффект образования, который смещает сосуды. Аналогичным образом подкапсульный вот этот тип роста, но мы его с вами уже видели на примере сегодня, да? Пусть это было не связано с метастазами, но то, как его трудно различить, мы заметили, да? Что именно сама капсула играет роль. Эта группа метастазов обычно имеет эхогенность и структуру, практически неотличимые от эхогенности и структуры паренхимы печени. Дополнительные эхографические признаки – ободок, дистальное ослабление или псевдоусиление – обычно не встречаются. Заподозрить наличие такого метастаза можно по выбуханию капсулы на поверхности печени или по смещению или деформации ветвей воротной вены или печеночных вен в ткани печени. Выявление такого типа метастазов – сложный процесс и требует внимания, знания топографии печени и опыта врача. Никакого опыта не будет достаточно, если не будет внимания. Да? Пропустить можно все, что угодно. Нужно просто внимательно смотреть. Самый главный, я все время вспоминаю этот пример, разговаривала однажды там с коллегой, которая целенаправленно занимается УЗИ кишечника. Трудно, да? Я спрашиваю, ну как вы это делаете? Да очень просто. Смотришь 10 минут в одну точку и начинаешь все понимать. То есть это, конечно, утрировано, это шутка, но если ты посмотрел, ничего не увидел, дальше пошел, легко пропустить. То есть это требует внимания, да? Это требует того, чтобы задержаться и все эти признаки, с одной стороны, выискивать. Вот два признака здесь, бросающиеся в глаза, да? А третье, окрывание само не видим, просто долго стоять там и рассматривать. Да? Чем дольше рассматриваешь, тем понятнее становится. И если не смотришь туда, оно так и остается незамеченным. Тип 5. Образование сложного строения. Разновидности. Метастазы с участком некроза в центре. 5А. Вот тот бычий глаз, который мы с вами смотрели несколько слайдов назад, и я вам показывал эффект дорзального усиления после маленькой кисточки. Вот эта кисточка, она как раз некротического происхождения. То есть, можно было бы и сюда отнести, да? Но там глаз был достаточно наглядным, поэтому отнесли его туда. Но вот здесь эта кисточка, видите, нарисована с неровными такими краями, острыми, зазубренными. Такое тоже бывает и бросается в глаза. Но важно, чтобы мы понимали, что этот кистозный компонент, он может быть разной формы и разного величины и размеров. Кистозно-солидные метастазы. 4B-тип. Кистозно-солидные метастазы. Пожалуй, здесь неточность формулировки. Такую картинку правильнее было бы называть солидно-кистозные. Почему? Количество солидного компонента здесь больше, чем 4 кисточки, которые показаны, да? То есть это неточность, которую я потом подправлю. Не кистозно-солидный в данном случае нарисован, а нарисован солидно-кистозный. Эти значения имеют важный не только терминологический характер, но и дифференциально-диагностический. Да? Мы очень часто будем сталкиваться с такими узлами в щитовидной железе. Да? Мы их классифицируем на кистозно-солидные, солидно-кистозные и солидные. Да? То есть в данном случае это солидно-кистозный метастаз, подрисован 4B, потому что кисточки маленькие по размеру и занимают меньшую площадь в течение данного изображения. Метастазы с участком кальцификации 5В.
Я хочу, чтобы вы вспомнили опять ту мишень, которую мы рассматривали с вами несколько слайдов назад, где я вам показывал кисточку с эффектом дорзального псевдоусиления. Да? Как нам дифференцировать между собой кальцинат и вот такие эффекты дорзального усиления после кист? Понятно, сама киста должна быть, да, мы ее должны найти. Но для кальцинатов вот здесь характерны тени, да? Вот это два кальцината, а позади них тень. Вот эта полоска почти анахогенная или гипоэхогенная. Она, ну, то есть в каких-то случаях она может быть такой, в каких-то другой. И она постепенно, видите, сходит на нет. Она сужается к дорзальному направлению. То есть мы с блестящими структурами будем сталкиваться часто в разных. Но значит, нам надо дифференцировать кальцинат, огульно все, что блестит, нельзя кальцинатом называть, да? Не все, что золото, что блестит, да? А смотрим на эффекты, которые позади образования. Наличие тени всегда доказывает кальцинат. Да? Если тени нет, то это тоже может быть кальцинат, но малого размера, да? То есть, когда они меньше 3 мм, могут тени не давать. И вот пример такого метастаза с множественными кальцинатами. Приглядитесь, чтобы увидеть там тени позади них. Да? Этих кальцинатов много, но тень, может быть, не сразу бросается, но она заметна, что она там есть. Может быть, не у каждого. Но за пределами уже образования, как такая гребенка темными лучами идет, да, это как раз результат теневых включений. Мы видим тоже, что у этого образования, мы же описывать их должны, да, структуру описать. Просто написать неоднородное мало, да, просто написать, что это тип 5В, ну кому это что говорит, да, это для нас просто напоминание. Мы должны указать, что у него по периферии гипоэхогенный ободок, вы видите его, да? Что оно само по себе практически изоэхогенно печени, да? Но по периферии имеет гипоэхогенный ободок. В связи с этим большая часть контуров его четкая, но неровная, да? То есть нечеткость мы замечаем вот в этом подкапсульном участке, где уже этот гипоэхогенный ободок неразличим. Вот эти описания типа эхоструктуры тоже должно быть одной из наших задач. Да? Мы должны словами описать то, что мы видим, потому что это документ. Это никому, кроме узистов, не надо, но в динамике мы будем смотреть, и если придет от другого доктора к вам пациент, или вы кому-то отправляете, смотреть, как это будет выглядеть через 2 месяца, через 4, важно, сопоставляя с этими вещами. Не все же, вы не можете полкилометра истратить видео термопленки, да, для того, чтобы все прокомментировать, да и смотреть ее. Не всегда бывает возможность. Это описательная тоже характеристика является таким документом. При ЦДК и энергетической доплерографии метастазы злокачественных опухолей характеризуются наличием выраженного кровотока по периферии и отсутствием кровотока в центре очага. Здесь мы с вами не включили ЦДК. У нас на этом конкретном примере ЦДК не включен. Но знаете, вот очень часто вот этот гипоэхогенный ободок, когда мы включаем, он оказывается сосудом. Да? Такое бывает не всегда, но часто. И вот эти закономерности, они тоже очень важны, сравнивая разные органы друг с другом. Из щитовидной железы пришел такой термин «хало». Часто пишут «узел с хало». Иногда пишут «ободок», но из зарубежной литературы этот термин пришел как, ну, такой приблизительный перевод как «сияние», как «нимб», если хотите, да, но этот нимб анахогенный или гипоэхогенный. И очень во многих случаях это вот по периферии такая гипо- или анахогенность бывает связана с сосудами, идущими именно по периферическому типу.
Поэтому мы всегда тоже должны на это смотреть и проверять, как там в центре. Да? То есть если в центре нет кровотока, а в периферии есть, это в пользу как раз метастатического поражения. Ну вот, мы посмотрели с вами основные вещи, касающиеся очаговых образований печени. Несколько картинок, на которые я ссылался в этом видео. И особенно хочу вот эту книжку, она в литературе легко доступна. Она, ну, тоже вся англоязычная, но по сути своей это то, что сейчас делает для стандартизации Европейская ассоциация ультразвуковых обществ, ультразвуковой диагностики, да, в медицине. И они после, ну, частых таких крупных мероприятий издают учебные книжки. И вот это очень такая интересная в качестве тоже иллюстрации, очень подробная, простая и удобная